Всем привет, привет! И вы сегодня, как вы уже поняли, сегодня у нас урок рисования в школе Барби. И сегодня ко мне придут ученицы. Вы уже с ними знакомы. Сейчас вы видите, кто это. Мои близняшки, мои двойняшки. Привет! Приветик! Мы очень рады вас видеть, Зоя и Хлоя. Молодцы, что вы сегодня пришли. Привет, ребята, я Хлоя. Привет, ребята. Я сегодня хочу научить вас рисовать очень интересный рисунок. Вот вы сегодня пришли в таких красивых платьицах, в розовом, у Хлои, а у Зои такой в клеточку красивый сарафанчик. А я вас научу сегодня тоже, как нарисовать платьице. Только у нас оно будет, вот смотрите, какое, ребята, мы нарисуем платьице. Вот такое у нас красивое розовое с бантиком и с рюшиками, и с воротничком. Здесь поэтапно показано, как его нарисовать. Первое, второе, третье, четвертое, все показано. И вот мы сегодня и Зоя, и Хлоя будем рисовать. Давайте будем приступать, Зоя и Хлоя. Так, книжечку я уберу в сторонку. Давай, у нас есть сегодня таких три разноцветных маркера для доски. Каким цветом ты хочешь нарисовать платьице? У нас оно розовое и с голубым. Жалко, что мы можем красное, синее. Желтого, желтого нету, да. Мы бы все цвета. Ну выбирай цвет, какой ты хочешь, и приступим к рисованию. Синий. Синий? Да. Так, давай я буду показывать ребятам. Значит, первый этап, с которого мы начинаем, это мы рисуем квадратик. А внизу с квадратика у нас такой еще такой четырехугольничек, но это такая трапеция. Вот так, такие две наклоненные линии, одна в одну сторону, другая в другую, и здесь соединенные. Очень легко. Значит, сначала рисуй квадратик. Квадратик? Садись удобно, чтобы тебе было удобно. Чтобы это было ровненько. Нет, это вышел у тебя не квадратик. Подожди. Сейчас я попробую. А ну попробуй, как тебе будет удобно. Чтобы вышло поровнее. Ой, нет, это слом. Ой. Это слом. Это снова не квадратик. А ну давай пробуй еще раз. Ну ладно. Теперь рисуем низ. Ой-ой-ой. Не, лучше так не делай. Лучше эти линии я буду сама. Давай еще раз. А ну давай я попробую. Ну доска, вы видите, что она немножко у нас неудобная, но нужно как-то стараться ровнее. Ну хотя бы немножко. Давай ты низ рисуешь. Опускаешь сюда линию и сюда вниз. Вот так. И вот так, да. И соединяешь. Так. Дальше. Палочки. Так, второй этап у нас, смотрим. Второй этап у нас начинается рисовать уже. И воротничок добавляем. И посередине для рюшика оставляем место. Так. Ну, это, наверное, у тебя не получится. Давай я покажу ребятам. Потому что здесь нужно аккуратно рисовать. Где у нас? Ага, где-то карандаша того нету, да, с маленькой резиночкой. Жаль. Где же он делся у нас тут карандаш? О, нашла. Нашла? Ну давай ты будешь подтирать, если нужно. Я буду сейчас рисовать, показывать. Так, смотрите. Вот сейчас что мы делаем. Вот линии уже проведены, вот эти. Теперь от этих линий, зачем нам эти линии? Чтобы было удобно найти середину, где у нас будет место для воротничка. Дальше у нас рисуется сам воротничок. Вот с этой линии опускаем линию к левой стороне квадратика. А вот со середины опускаем линию вот сюда. Почему? Так точно делаем и с другой стороны. Нет, не так. Ну, мы сделаем похоже, мы не будем. Если у них не так, мы сделаем все равно вот так. Так, вот у нас уже есть воротничок. Дальше у нас ровно посередине такая широкая полоса для рюшика. Можно я рукава? Хорошо, подожди. Третий этап. Давай мы покажем ребятам. Третий этап почему у нас. Это? А рукава где? А, здесь уже нужны рукава. И вот это. Поняла, здесь уже нужны и рукава. И юбочка. Здесь вот так и должно быть. Ну давай, рукава делай. Рукава здесь делаются тоже у нас не тяжело. Тоже, ты смотри, ты совсем не... Здесь не просто нужно палочки нарисовать. Они должны быть у нас на одинаковой расстоянии друг от друга. И кроме того, одна длиннее, другая короче, потому что потом мы будем делать волны. Смотри, если я сделала вот так, не нужно их много. Раз, вторая уже будет длиннее, потом снова короче,
снова длиннее, а потом ребята увидят. Давай уже я буду сама показывать. А ты потом я тебе скажу, что дальше делать. Так, здесь немножко, видите, маленьким деткам неудобно рисовать. Сложно немножко. И вот рука у нас дальше идет. Даже мне сложновато. А если маленького ребенка, то тем более. Я тут немножко неправильно наклонила. Ну, пускай, ладно, пускай так будет. Дальше я вот делаю рукава у нас. Что я сделала неправильно, смотрите, я сделала, не так наклонила, нужно было наклонить больше, вот, тогда у меня все получится. А если я вот эту линию плохо наклонила, уже ничего не получается. Так, ну уже платьице вырисовывается. Ух ты, дальше. Как красиво. Смотрите, что мы делаем дальше. Дальше у нас должны рукава быть здесь вот так. Немножко уже, а все остальное мы... Давай, ты будешь мне помогать, будешь стирать лишние элементы. Поняла? Вот это все стираешь аккуратненько. Что? Вот, оставляешь вот этот рукав, а все, что вокруг, вот это, убираешь. Поняла? Вот смотри, вот эту линию убираешь, вот эту маленькую линию. То есть должен остаться вот этот маленький рукавчик. Поняла? Так? Да, вот так, да. И линии эти по бокам, которые лишние. Ну вот это, вот, чтобы остался маленький квадратик только. О, хорошо. Что это? Это как рукавчики, манжетики такие, как резиночки у нас на платьичке бывают, застегают, застегаются на пуговичке. Так, хорошо, аккуратненько, молодец. Дальше смотрите, что я рисую. Я рисую там, где у нас будут рюшики. Вот у нас они здесь будут. Я вот так и рисую для рюшиков. Дальше. Бантик. Что у нас? Ага, у нас здесь должен быть еще бантик. Бантик у нас здесь будет. Можно у нас кружочек. Ты сейчас будешь все линии стирать, те, которые нам не нужны. Вот так. А еще я буду рисовать. И разрисовывать будешь, хорошо. Вместе с Хлой. Ага, еще ленточки нужно нарисовать, да? Но только ленточки мы нарисуем. Если будем рисовать ленточки, нужно немножко будет стереть потом вот это внизу. То нам мешают они. Да, вот смотри, что нужно. Дай мне резиночку маленькую. Так, чтобы нарисовать ленточки, вот эти линии, те, что вверху, мы уберем их. Мы оставим только те, что внизу. Если нам нужны. Понадобится когда-то черный, у нас на всякий случай остался этот маркер. Может, еще будем использовать. Так, что у нас здесь Любочка. Еще? Ага, здесь мы еще должны... Это мы третий этап уже перешли, да? Да, да, это третий. Надо. Теперь юбочка. Смотрите, зачем нам нужны были длинные линии и коротенькие? Потому что теперь мы будем вот что делать. Так, у нас здесь первая линия шла немножко короче, да? То есть вот так у нас должно здесь получиться как-то. Вот так. Потом вот так снова. Ух ты. Как будто бы должны быть такие рюшики, да? Подожди, что-то здесь неправильно. Неправильно. Это куда опускается? Подожди, если это вот здесь будет, здесь, значит, должно быть пусто, наверное. А ну, подожди, еще раз. Первая у нас длинная опустилась, пошла ко второй. Вторая длинная снова должна быть. Ага, то есть вот здесь мы будем стирать потом. Вот это мы будем вот так делать. Вот. Вот так. Одна длинная, другая коротенькая. Снова длинная, вторая коротенькая. Это мы убираем, да? Можно я? Сейчас, сейчас, то я сама уже запуталась как-то. Здесь снова длинная, коротенькая и длинная. Все. Вот здесь удаляешь. Вот здесь. Не-не-не, вот это. И вот так у нас как будто бы мы сделали рюшики такие. Так. А можно я сделаю вот это? Рюшики вот здесь волнистые? Значит, что нам осталось? У нас осталось рюшики волнистые. Здесь показать, как будто бы здесь присобрато. Нет.
Не только. Еще на А, еще возле шеи нужно все повытирать. Здесь. Пуговицы добавляем и сделаем вот это здесь не прямые линии, а волнистые. Ну, сделай. Только нужно стереть. Нет, ты можешь сейчас прям поверху сделать. Да? Угу. Возьми хорошо. Вот так? И вот так хорошо, удобно возьми, чтобы тебе было удобно. Да. И как волной тогда пойди. Не, небольшая волна. Не-не-не-не-не-не. У тебя должна быть волна ровно здесь, как и здесь нарисована вот эта линия. Вот точно здесь, вот так. И все. Давай так точно. Тебе так неудобно. Ты не нарисуешь, потому что здесь тебе неудобно. Нужно брать прямо вот так, как ручкой. Придавливать рукой сюда. Так, и рисуем здесь еще пуговицы. Вот. Вот у нас и платьице уже нарисовалось. Теперь нужно все поубирать линии, которые нам не нужны. Она убери линии вот эти. Подожди, а... Вот эта линия. А нам еще нужно нарисовать здесь, по-моему. Нет, по-моему, все уже. А воротничок? Ну, вот воротничок ты сейчас поудаляешь линии, он уже будет готов. Вот эту линию убираем. Вот эту. И вот эту. Все. Теперь можешь зарисовать взять красненьким или зелененьким. Немножко в середине рукава. Зарисуй. Попробуй. В середине и возле, да? Ну, как хочешь. Ну, я хочу сначала все в платье. Так. Только у нас оно синим нарисовано, а ты будешь в середине красным, да, зарисовывать? Да. Только не черный. Маленький. Нет, это черный. Да? Да, здесь с одной стороны черный, а с другой стороны синий. А я черный открывала, по-моему. Не-не-не. А, да. Ну, давай, зарисуй красненький, только аккуратненько. Это тоже можно? Ну, можно, да. Чего? Сейчас увидим, что у нас получится. А интересно, цвета может разными вставать, если я... Ну что, красный будто бы как плохо рисует, а? Угу. Синий хорошо рисует. Ну, да, похож как розовый. Как розовый, да. Все девочки любят весной одевать платьица, и маленькие девочки, и большие девушки уже, и женщины. Все любят платье весной. Сейчас уже пришла весна, на улице теплее, и мы все хотим быть красивыми, в ярких, нарядных платьях. Неудобно, что оно... Совсем что-то рисую, не рисую, да? Угу. А ну я попробую. Да, что-то он у нас совсем плохо рисует. Мы попробуем чуть-чуть красного, чуть-чуть зеленого. Так. Ну, давай. Я попробую, например, бантик зеленый. Давай, пробуй зелененьким бантик. Зеленый лучше рисует? Намного лучше. Хорошо. Так, вот как красиво у нас получается. Все. И можешь зеленый еще сделать воротничок. Воротничок? Вот здесь, да. Все? Ну, можно было еще, ну ладно. Так, ну что, мы тогда, наверное, оставим белым или голубым. Ну, давайте рюшек я сделаю синеньким, голубеньким. А там красненьким дорисуем. Все-таки хоть он плохой, но он нарисуем. Давай вот здесь в середине еще красненьким. Угу. Хоть он не совсем хороший, но хотя бы немножко. Он теперь совсем не рисует. Совсем не рисует. Он черный стал. Он черный стал. Какой-то коричневый. Посмотри, черный вот стал. А, ну, это потому, что мы ему синим цветом его запачкали. И вот здесь. Ну, все, немножко видно. Все. Мы закончили наш рисунок. И думаю, что всем ребята наверняка понравилось, как мы сегодня рисовали. Тебе, Хлоя и Зоя, вам понравилось? Да. Ну, все, я очень рада. Вы сегодня в таких красивых платьицах, и у нас красивое платьице. Поэтому всем, кому понравилось, рисуйте платьица.
На следующий урок мы что-то новенькое нарисуем. А на сегодня всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, смотрите новые видео. Пока!